чтобы унитаз пропивать. А себе наряжать будешь? Я какать хочу. Зрелище, не для слабонервных. Понял, принял, обработал. А если честно, растишку нужно ведрам жрать. А так успех ушел, не получилось, не фартануло. За деньги, да. Рум-тур на елку. Секрет. Красиво. Да это жестко. Не плачь, что здесь будет. Дашь бутылки, бутылки, купишь меч. Dead inside. Тубика для забива. Так. Новую будку себе нашел. Дебриси в нуле. Мужики не плачут. Не обязан. Домово. Сейчас там скримели выскочат. О! 18+, нечаянно увидел. ТЗ! Яндекс Алиса, помощь! Гениально. Труфани, что у вас? Сокращих и следит. Как-то салом пополам. Говорит, что можно что угодно. Не, блин, в интернете посмотри. Закутики на горы. Бежит как-то в шивованном месте. Скайпом. Посмотрите ролик до конца. Топ-коммент только на описании. Не, блин, весело. Осинки, да, почки. Да ладно. Гомунку. Почему в калейдоскопе красивый узор? Потому что. Потому что в нем переворачиваются разноцветные стеклышки. Не, блин, там телефон внутри. Еще потому что в нем есть зеркала. А я думал, камера. А, обычно их три. Попу пододри.
они поставлены, эти зеркала, так? Наперекосяк. Чтобы стеклышки отражались в них много-много раз. Стильно, модно, молодежно. Из этих отражений и получаются узоры. Пушка-гонка-самолет. Кстати, вместо стеклышек в калейдоскоп можно складировать какиш. Можно положить что угодно. Бензин-самогон. И все равно будет получаться узор. Смешнявка. Каких только калейдоскопов не делали. Не, блин. И с пуговицами, и с цветами, и с насекомыми. И с фиксиками. А один богат. 35 мамино сокровище. Заказал как-то калейдоскоп. Не оригинальный. С драгоценными камнями. Беги в ломбард, давай. Наверное, если бы он просто натихал туда денег. Не потулься. Получилось бы не так красиво. У него грязные унитазы красивые. Пора наводить суету. Теперь надо ты смотри. Дим, блин, Дим Димычев. Оно Ликовский. Секрисов микроскоп. Окей, пупок. Не подгляньте его. Давай. С ума сойти можно. Тебе все подряд нравится. Глисты. Не говори о больном. Не скажу.